Здравствуйте, друзья! Шел четвертый день нашего пребывания в Дагестане, в столице, в городе Махачкала. И мы поехали на городской пляж, наконец-то, на центральный, в центр города, чтобы посмотреть, что же он из себя представляет. И представляете, а заход-то в море здесь отличный. Песочный, пологий, то есть никаких камней, ничего тут такого подобного нет. Море, ну, мне показалось, достаточно чистое. Народу было много, купались. Вот это уже я вам показываю набережную. Ну, я даже не ожидала, что здесь вообще набережная такая приличная. Наконец-то мы увидели в Дагестане предприимчивых торговцев. Торговцев, я имею в виду, ну, сейчас вот здесь вы не увидите, эта женщина, но она взвешивает за деньги, пожалуйста, вот у нее весы. Олег идет дальше, и дальше вот там уже всякие детские парки, аттракционы, скверы, памятники, а слева у нас железная дорога, которая портит весь вид. Мы зашли в кафе на набережной Прибрежная. Олег взял меню в руки и, ну, как мягко сказать, оцен немножечко его, его немножечко удивили цены, скажем так, на все. Поэтому я его поснимала в очень уютном атмосферном месте, в белой шляпе. Мне показалось, что он очень фотогеничен. Вот видите, тут сидят местные жители, очень все красиво. Смотришь на море. Ну, прекрасно, прекрасное кафе, что говорить. Ну вот, цены, конечно, кусачие. Поэтому мы возвратились домой. По дороге нас застал дождь. Ну, ехали мы на такси, слава богу. Но приземлились в KFC и домой пошли пешочком. Вот здесь у нас ходит общественный транспорт, 12-я маршрутка. Посмотрите на эти лужи, посмотрите. Пришлось снять тряпочные тапки и одеть резиновые, разумеется. И шли прямо по лужам, топали всю дорогу. Дождь так и не прекратился до конца, пока мы не дошли до гостиницы. Вот смотрите, что делается. Махачкалу затопило. Олежка кричит. И по дороге домой, смотрите, какое небо, дождь не прекращается. Вместо червяков, как у нас, у них высыпали улитки на каждом шагу. То есть это вот просто не наступить на них невозможно. Мы шли и боялись раздавить этих улиток. Они прямо лежали под ногами. Ужас. Сейчас Олег вот покажет. Вот везде лежат улитки. Вот такие вот улитки. Ну, и крупнее, и мелче. В общем, все ими усыпано. Ну, и они куда-то все ползут. Не знаю, куда. Ну, а вообще завтра будет новый день. А море, оно прекрасно в любую погоду. Поэтому всем пока. До новых встреч, друзья!